Мировой суд города Москвы взыскал с певицы и актрисы Ольги Бузовой более 70 тысяч рублей. Исполнительница долгое время не оплачивала коммунальные платежи. Вынесен судебный приказ о взыскании с Бузовой Ольги Игоревны 70 113 рублей долга, сообщили «Известиям» в пресс-службе Никулинского суда. Истцом по делу выступал фонд капитального ремонта города Москвы. При этом не уточняется, о какой именно квартире Бузовой идет речь. Ранее у певицы обнаружились долги за недвижимость в Санкт-Петербурге. Она перестала оплачивать коммуналку после того, как покинула северную столицу. Еще в прошлом году управляющая компания выиграла дело, но Бузова проигнорировала решение суда.